Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Аня, и я очень рада, что вы открыли это видео. Сегодня я покажу вам свои новые покупочки, вернее, одну покупку. И это будет заказ с магазина духи РФ. Вот она, моя коробочка тут лежит. Вот такая красивая. Да, и это моя очередная слепая покупка. Вообще, я в этом году зареклась следовать своему виш-листу и составила его. Часть у меня ароматов в хотелках, часть ароматов протестировать и после этого купить, либо не купить. Пока получалось, но эта покупка будет слепая. Под влиянием, так скажем, YouTube. Сейчас я вставлю распаковку этой посылочки, и вы сами все поймете и увидите. Да, это аромат от марки Mancera. Вот он у меня уже в руках. Кстати, вот в распаковке там было видно, что коробка была обклеена наклейками со словом «тестер» и так далее. Я думаю, что у меня это дизайнерская версия, никакой не тестер, потому что тестерные коробки, по-моему, приходят немного другие. Хотя я могу ошибаться. Дело в том, что сейчас изменились правила для продаж парфюмерии, то есть нужны всякие коды, не коды, я не разбираюсь, возможно, поэтому. И далее вот такой мешочек, стандартный для марки. У меня флакон еще с откручивающейся крышечкой. Вот она вот так откручивается. Новые флаконы уже идут с магнитной крышкой. У меня пока такого нет. Почему этот аромат? Вообще бренда Mancera у меня в коллекции, вернее сказать, в парфюмерном гардеробе практически нет. Это всего лишь один аромат роза-ваниль, и то он не мой, а мамин. Я его брала для видео, чтобы показать бюджетный аналог для этого аромата. Я хотела свой аромат и пополнить уже свою коллекцию Mancera, поэтому это был аромат вельвет-ванила. Наконец-то я это уже скажу в конце концов. Рада ли я покупке? Так как это покупка слепая, это всегда сюрприз. Вообще, я хотела потестировать его в магазине Sephora, но когда зашла недавно в магазин, тестера там не было. Там 90% тестеров просто убирали. Про Tom Ford я вообще молчу, их там не бывает как будто бы никогда. Не знаю, с чем это связано, наверное, с модным гриппом и так далее. Но, в общем, я не потестировала аромат, заказала вслепую по отзывам по пирамидке. В пирамиде здесь у нас заявлена тубероза. Очень многие блогеры отмечают, что здесь есть такая нота жвачки. Очень приятная. Я тоже такое люблю, на самом деле. Но что могу сказать про этот аромат? Сегодня я не буду делиться подробно своими впечатлениями. Я лишь скажу, что аромат действительно в духе Killian Love Don't Be Shy. И так как у меня есть уже два очень хороших аналога данному аромату, я немножечко даже расстроилась. Ну что ж поделаешь, аромат не клон ни в коем случае, он просто в духе, и есть определенные ноты, которые дают, так сказать, напоминание о Love Don't Be Shy. Здесь больше туберозы, больше жвачной вот этой нотки. Ну да ладно, получилось как получилось. Этот аромат я купила очень дешево для его сегмента, да, для нишевого. Сейчас очень много споров идет на YouTube. Дешево, дорого, 2000 это дорого или 2000 это дешево. Для бренда Mancera я купила аромат дешево. Как у меня это получилось? Я вам сейчас расскажу лайфхак, как заработать баллы для покупок в магазине духи РФ. Вообще, я являюсь давнишним уже клиентом этого магазина. У меня было очень много заказов, я не знаю сколько, но это примерно с 2018 года. Я клиент, и так как я увлекающийся парфманьяк, так скажем, да, ладно уж, скажу как есть, да. И так как я человек, который увлекается парфюмерией, заказов у меня было много и на большую сумму денег. То есть сейчас там поменялась политика, и от суммы заказов зависит персональная скидка. Но у меня есть также дисконтная карта, которую ранее присылали всем с заказами. Сейчас, по-моему, уже этого нет.
Ну так вот, лайфхак в чем заключается? Я думаю, что вы все, если были в магазине Духи РФ, видели, что там есть отзывы об покупках. То есть там, например, купила я аромат. Я могу оставить отзыв, но, как правило, никто этого особо не делает. Но в магазине есть такая опция, что за написание отзыва вам начисляется 50 бонусных баллов. За написание каждого отзыва. То есть вы заказали, например, в одном заказе 3 парфюма, и вы на каждый написали отзыв, получили 150 баллов. Как нужно писать отзывы? Я вообще сама об этом узнала случайно из их письма, рассылки, которые я всегда обычно удаляла, а тут и решила почитать. Отзыв должен быть с указанием номера заказа, также он должен быть не менее 200 символов, а это буквально несколько предложений, то есть это не очень много. И также нужно приложить 3 фотографии своего заказа. То есть так, фото флакона и в принципе все. Вам начисляется 50 баллов за отзыв. Таким образом, я подняла все свои старые заказы. Думаю, была не была, потрачу время на новогодних праздниках и накопила себе почти 1500 баллов. И приобрела себе аромат с огромной скидкой. То есть скидка почти была 1500 рублей. Плюс, по-моему, была бесплатная доставка. Соответственно, покупка получилась очень и очень выгодной. Аромат я буду разнашивать дальше, слушать его, как он раскрывается в течение дня, как он звучит на мне. Пока я ему даю постоять немножко, но в любом случае это будет одна из жемчужин моей коллекции, потому что ароматы Мансера это, во-первых, ниша, во-вторых, они действительно очень красиво звучат и безумно стойкие. Ну что ж, вот такое коротенькое видео у нас получилось. Надеюсь, информация была для вас полезна. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. И мы с вами увидимся очень-очень скоро. Всем пока-пока!